У Гомельской области комиссии по содействию незанятости населения накировали на працеулаткование с червеня бягучего года больше за 200 человек. В огуле за допомогой у тым лику правовой, консультативной и методичной звернулось каля 600 жихару региона. До речи, зараз у региональным банку вакансий наличивается 10,5 тысяч пропанов. Запотребованы водители автомобилей, специалисты будовничей, гандлевой и сельскохозяйственной галины. Так само необходимые квалифицированные медицинские работники. Нагадаем, при необходимости беспрацовные могут пройти навучание альбо повышение квалификации. Для этого необходимо звернуться у Комитет по праце, занятости и социальной обороне.